Добро пожаловать на канал Hard Reset Cars. Сегодня я вам расскажу, как в Volkswagen Golf сбросить до заводских настроек ваш дисплей. Для этого переходим к нашему дисплею. Мне первое необходимое, что сделать, это включить его. Далее нажимаем меню справа и перелистываем до конца вправо, переходим в настройки. Далее пролистываем вниз и выбираем пункт «Заводские настройки». И здесь мы можем выбрать, например, определенные настройки, либо же звук радио, автомобиль, телефон и другие настройки, либо же абсолютно все, и нажать первый пункт меню «Восстановить заводские настройки». На этом все. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!